Ассоциация казахстанского автобизнеса выдвинула предложение использовать пенсионные накопления на покупку автомобилей. По их задумке, тратить излишки пенсионки можно будет только на новые авто и именно казахстанского производства. Подробности у Асхата Ниязова. Ассоциация казахстанского автобизнеса, куда входят и те заводы, которые собирают у нас известные бренды, предлагает государству позволить снимать казахстанцам излишки пенсионных накоплений на покупку автомобиля, судя по всему, собранного компанией-участника этого альянса. Мы со своей стороны видим в этом только положительные эффекты. Во-первых, это хорошо повлияет на обновление автомобильного парка. Если прийти к статистическим данным, на сегодняшний день только легковые автомобили в Казахстане составляют более 3,5 миллионов автомобилей. Из них 60% – это автомобили возрастом выше 10 лет. Также это хорошо повлияет на масштабы, на производство, увеличение автомобилей отечественного производства. Да? То есть это, в свою очередь, показывает мультипликативный эффект. Это создание новых рабочих мест, развитие смежных отраслей. Разработчики системы снятия пенсионных накоплений считают, что тратить их на покупку авто нельзя. Задумывалась эта система, чтобы помочь людям решить самые острые вопросы. Идея с автомобилями, она не подходит сразу по двум параметрам. Первое, это не вопрос первой необходимости. Это больше вопрос удобства, комфорта и так далее. И второе, там нету конструкции, где, ну, как пенсионная система интегрируется с системой поддержки автомобилей. Ну, в смысле, это нету ни в одной стране. Это нельзя использовать пенсионные деньги вообще на такие цели. Если разрешать, но, опять же, это будет рост цен. Наша редакция провела опрос среди казахстанцев, хотят ли они снимать свои пенсионные на покупку авто. Проголосовало больше 5000 респондентов. Большинство все-таки за такой механизм. Вот только некоторые комментарии под этим опросом. Орфография и пунктуация сохранены. Зачем мне автомобиль, когда у меня нет квартиры? Да, я нуждаюсь в авто, так как наличными я не могу себе позволить. Хотелось бы потребительский кредит закрыть. За эти деньги только велосипед купишь хорошей комплектации. Да, конечно, купил машину, с удовольствием. На ремонт и реставрацию автомобиля потратил бы. В любом случае, это всего лишь предложение. Его автопроизводители только направили в Министерство национальной экономики. Асхат Ниязов, Диас Кавламбаев, Хабар, 24.